Где вы это нашли? Похоже, на подлете к острову один из их транспортников потерпел крушение. Там повсюду обломки. Томас и Поттер вытащили его из воды кошками. Я им говорю, не нужно бы этого делать, но они тащат и тащат. Я им не нужно, они все... Мой отец всегда это знал, что они прилетят. Сколько себя помню, он все твердил, что мы не одиноки. Придет день, и мы найдем их. Либо они нас. А знаешь, что он еще говорил? Он говорил, надеюсь, меня уже не будет, когда этот день придет. Oh, my God.